Всем огромный привет! Сегодня была в магазине Fix Price, сделала для вас обзор. Магазин находится по адресу город Саратов, улица Пензенская. Как всегда, для вас самые интересные, свежие и полезные новинки, о которых вы узнаете первыми. Простынь полутораспальная. Состав 100% хлопок, размер 145 на 205 сантиметров. Продажа только в голубом цвете, производитель России город Иваново, цена 199 рублей. Полотенце кухонное, диаметр 45 сантиметров. Состав 100% хлопок, ткань рогожка, рисунок только с одной стороны. На выбор два варианта, это с цветами и с вишней. Производитель город Иваново, цена 55 рублей. Хозяйственные губки с чистящей поверхностью. Идеально подойдут для уборки на кухне, мытья посуды, раковины, плиты. Поролон мягко моет, абразив очищает. В упаковке 8 штук. Производитель России, Ленинградская область, цена 50 рублей. Бокс для хранения с крышкой объемом 10 литров. Размер 36 на 24, высота 15 сантиметров. Состав пластик полипропилен, стенки не очень плотные, пластик гнется. Крышка закрывается неплотно, от слова совсем. Продается только в салатовом цвете, есть отметка о том, что подходит для пищевых продуктов. Производитель России, город Дмитров, цена 199 рублей. В дачном отделе появился складной табурет. Размер 31 на 29, высота 33 сантиметра. Состав сталь и оксфордская ткань. На внешний вид сделан и прошит надежно. Сколько максимально выдержит килограмм, не указано. Такой стульчик удобно брать с собой, не занимает много места, особенно он пригодится на рыбалке. Производитель Китай, цена 199 рублей. Совок посадочный, металлический, с пластиковой ручкой. Производитель Россия, цена 55 рублей. Нить разноцветная для садовых нужд. Длина 300 метров. Состав полипропилен. Такая нить применяется для подвязки рассады и прочих растений. Большой выбор расцветок, сделан в России, цена 50 рублей. Шнуры для подвязки в упаковке 60 штук. Длина каждого 35 сантиметров. Производитель тоже России, цена 27 рублей 50 копеек. Садовые перчатки с когтями. Пластиковые наконечники должны выполнять функцию садовых инструментов. Когти только на одной перчатке, и их всего 4. Отличаются размером, продажа S, M, L. Производитель Китай, цена 77 рублей. Веер для мангала предназначен для раздува углей и дров. Размеры 21 на 32 сантиметра. Состав полипропилен, цена 25 рублей. Щетка универсальная, состав полипропилен. Цена 55 рублей. В серии фитнес появилась сумка-пояс. У нее есть удобный карман, в который можно поместить смартфон, ключи, деньги и другие мелочи. Ширина пояса регулируется. Все прошито ровно, аккуратно. Состав полипропилен, полиэстер, нейлон и сталь. Продажа в ярко-розовом и голубом цвете. Производитель Китай, цена 99 рублей. USB кабель с функцией передачи данных и зарядки. Есть дополнительное кольцо-брелок, благодаря которому кабель можно прикрепить к сумке или пеналу. Сила тока 2 ампера, длина 18 сантиметров. Обратите внимание, что кабель отличается. Есть три варианта. Первый для iPhone, второй подойдет для Type-C, а третий micro-USB. Цвета в ассортименте. Производитель Китай, цена 55 рублей. Дорожная подушка для сна. Впереди на застежке. Внутри наполнения мягкие шарики. Это пенополистирол. Сверху состав хлопок. Подушка легкая, компактная, много места в багаже она не займет. С такой подушкой удобно спать во время поездки, шея и плечи во время сна не напрягаются. На выбор 4 расцветки и все серые. Производитель Китай, цена 199 рублей. В продаже снова появились картины по номерам. В набор входит основа на картоне с контуром. Акриловые краски, кисть, акриловый лак и вспомогательный лист. Размер готовой картины 38 на 28,5 сантиметров. На выбор есть картины с пейзажами и с животными. С обратной стороны есть подробная инструкция, производитель Россия, цена 199 рублей. Вешалка бархатная с тремя перекладинами. Состав АБС, нержавеющая сталь и нейлон. Продажа в черном и в синем цвете. Производитель Китай, цена 55 рублей. Полка для обуви четырехсекционная. Размер в собранном виде 40 на 18 на 58 сантиметров. Корпус сделан из пластика, состав полипропилен. А перекладины из нержавеющей стали. Сверху перекладины обтянуты пленкой.
Продажа в салатовом и в синем цвете. Производитель китайца на 199 рублей. Если уже купили такую полку и протестировали, поделитесь, пожалуйста, в комментариях, как вам качество. Органайзер 2 в одном. Закрепляется защелками с двух сторон. И вместо одного большого получается два маленьких органайзера. В комплекте с органайзером идет 10 перегородок, которые вы можете устанавливать по собственному желанию и при этом регулировать размер ячеек. Качество контейнера мне понравилось. Состав пластик, полипропилен. Все закрывается надежно, сделано аккуратно. Нет никакого постороннего запаха. Органайзер удобно закрывается и при этом не занимает много места. Продажа в красном и желтом цвете. Производитель Россия, город Тольятти. Цена 99 рублей. Тарелка с диаметром 24 сантиметра от марки Luminarc. С обратной стороны тарелка белая. Состав упрочненное стекло. Из этой же серии есть суповая тарелка диаметром 20 сантиметров. Производитель Франция. Обе тарелки по 99 рублей. А вот так они смотрятся вместе. Если покупать две, цена 198. Кружка стеклянная, объемом 400 мл. Производитель Россия, куч хрустальный. Цена 77 рублей. Кружка с цветами, объемом 460 мл. Сделано аккуратно, состав фарфор. Цена 77 рублей. Контейнер с винтовой крышкой от компании Архимед. Состав пластик полипропилен. Есть отметка о том, что подходит для пищевых продуктов. Между собой отличаются цветом крышки и объемом. Самый маленький контейнер объемом 330 мл стоит 13,70. Объемом 660 мл 18,30. И самый большой объемом 1 литр стоит 25 рублей. На большом контейнере есть мерные деления. Производитель Россия, город Москва. Все контейнеры можно мыть в посудомойке, использовать в микроволновке, но перед этим необходимо снять крышку. Мочалка для ванны, состав полиэстер, полиэтилен. Вот так выглядит с обратной стороны. Продажи три расцветки, производитель китайца, на 55 рублей. Влажные салфетки антибактериальные от марки Smart Econom. Уничтожают 99,9 микробов. В упаковке 50 штук, цена 50 рублей. Гель для рук очищающий, антисептический, несмываемый. Активное вещество, которое входит в состав, это хлоргексидин. Объем 125 мл, цена 99 рублей. Продается антисептик на кассе. Тут же на кассе есть и другие антисептики. Их я уже показывала в прошлых видео. Я постоянно пользуюсь антисептиками для рук и пользовалась ими задолго до начала эпидемии. Нашла для себя самый оптимальный, самый лучший антисептик от марки Riche. За счет натуральных природных компонентов в составе антисептик не только выполняет свою основную функцию, но еще и питает и увлажняет кожу рук. У меня два антисептика этой фирмы, или по-другому называется санитайзер. Один с зеленым чаем и алоэ вера, второй вариант с серебром и с депантенолом. Антисептик убивает 99,9% бактерий и вирусов. Небольшой флакончик удобно брать с собой, чтобы иметь возможность в любой момент очистить кожу или предметы частого использования, такие как телефон, ключи и так далее. Ссылку, где заказывала эти антисептики для рук, оставлю вам в описании под видео. Антиперспирант Nivea Dry Active. 50 мл, цена 77 рублей. Антиперспирант Nivea черный и белый, невидимый. Быстро высыхает, не оставляет белых следов и желтых пятен. Цена 99 рублей. Антибактериальное жидкое мыло Абсолют. Не содержит триклозан, в упаковке 440 мл. Цена 77 рублей. Туалетное мыло от марки «Чистые традиции» с можжевельником. 160 грамм, цена 18,30. Женские прокладки «Ола Классик» с крылышками. В упаковке 10 штук, цена 55 рублей. Оттеночный шампунь 150 мл. Цена 77 рублей. Зубная паста «Силка Метро», иное действие, 150 грамм, цена 55 рублей. Профилактическая зубная паста «Парадонтал». Здоровье эмали и десен. Два варианта – это «Актив» и «Сенситив». Бережный уход за чувствительными зубами и деснами. 124 грамма в упаковке, цена 50 рублей. Одноразовые станки для бритья женские в наборе 5 штук. Цена 50 рублей. Резинка для волос. Похожие у меня были в детстве. Состав полиэстер, нейлон, спандекс. 5 расцветок на выбор, цена 50 рублей. Тесто для лепки с формочками от марки «Луч». В набор входит само тесто, два цвета, одна формочка и глазки, 4 штуки. На выбор есть самолетик, автобус и дракончик. Отличный состав. На первом месте мука, крахмал, вода, соль, масло растительное, лимонная кислота, краситель, консервант и ароматизатор. Производитель России, цена 77 рублей. Тетрадь на спирали, 96 листов. Внутри клетка без полей. Большой выбор красивых обложек. Цена 50 рублей. Тетрадь школьная на 18 листов. Есть линия и клетка. Цена 10 рублей.
Блокноты на 96 листов в мягкой обложке. Красивые не только снаружи, но и внутри. Обложка приятная, мягкая, листы внутри дополнительно прошиты. Дизайнов много, цена 99 рублей. Вы только посмотрите, сколько здесь блокнотов с пошаговыми уроками, рисую легко. В других фикс-прайсах их уже давным-давно разобрали, а тут практически все есть в наличии. Так что, кто очень хотел, кто живет в Саратове, вы еще можете успеть купить этот блокнот. Его цена, как и прежде, 99 рублей. Декоративные камушки сначала подумала, что это соль для ванной. В упаковке 350 грамм, состав камень. Цвета в ассортименте, цена 77 рублей. Конструктор «Веселые магнитики». В набор входят яркие магнитные детали различной формы, которые легко соединяются между собой. Вместе с деталями набор включает две пары колес. Можно собрать машину по предложенной схеме или придумать собственный транспорт. Состав АБС металл, на выбор три варианта. Инструкция к каждому варианту тоже отличается. Цена набора 199 рублей. Мягкая игрушка серии «Животный мир» новая, такой раньше не было. Не пойму, на кого больше похоже, то ли на рыбку, то ли на хамелеона. Игрушка красивая, сделана аккуратно, состав полипропилен, наполнитель полиэстер. Цена 199. Кстати, в этом фикс-прайсе есть товары, которые уже давным-давно закончились в других магазинах. Это, например, декоративные бегемоты за 199 рублей, причем все цвета. Картины по 149 рублей, в ассортименте тоже все. Шкатулки из доломита по 199. Банки для сыпучих продуктов. Набор из трех штук 149 рублей. Контейнер-переноска с ручкой за 99. Звонок настольный за 99. Светильник-ночник за 199. Я даже нашла совсем раритет. Это светильники из серии Loft. Тоже 199. С каждым днем в фикс-прайсе появляется все больше и больше продуктов. Мука пшеничная торговой марки «Царь». Вес 2 килограмма. Высший сорт. Цена 55 рублей. Масло подсолнечное рафинированное «Меладора». 900 миллилитров. Цена 55 рублей. Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное «Мистер Рико» с добавлением оливкового. 1 литр. Цена 77 рублей. Макароны торговой марки «Царь» из твердой пшеницы. В упаковке 450 грамм. На выбор есть большие рожки, мелкие и есть перья. Цена упаковки 27 рублей 50 копеек. Шоколадное печенье Любятово 426 грамм 55 рублей. Кстати, из этого печенья получается отличный вкусный шоколадный торт. Рецепт есть у меня на кулинарном канале, ничего выпекать не нужно. Готовится он всего лишь за 30 минут, а получается нереально вкусным. Ссылку на этот торт оставлю в описании. Мистер Рико джем десертный со вкусом имбирь-лимон. На первом месте сахар, затем лимоны, пектин, регулятор кислотности, лимонная кислота, вода, экстракт имбиря и имбирь. В упаковке 300 грамм, цена 55 рублей. Луковые колечки со вкусом сметаны и сыра, 80 грамм, 27,50. Сухарики хрустим, 30 грамм, со вкусом холодца и хрена, сливочный лосось и со вкусом стейк барбекю. Цена за маленькую упаковку 8,30. Чипсы начос, кукурузные снеки, марка Salto. В упаковке 125 грамм, цена 50 рублей. Чипсы читос со вкусом хот-дог. В упаковке 55 грамм, цена 27 рублей 50 копеек. Квас «Русский дар». Объем 500 миллилитров, цена 27,50. Напитки из черноголовки, вкус буратино и вкус дюшес, 500 миллилитров, 16,60. Конфеты с мягкой трюфельной начинкой. В упаковке 200 грамм, цена 55 рублей. Чипикао круассан с кремом какао. Внутри игровые карточки со стикером Спанч Боб. В упаковке 60 грамм, цена 27 рублей 50 копеек. На сегодня это все. Надеюсь, что видео понравилось, было для вас полезным. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. Желаем отличного дня, прекрасного настроения и крепкого здоровья. Увидимся очень скоро. Всем пока!